60 пропал через 41 где-то. После эшелона, сразу встав под пули, он не видел сына, он не знал меня. Голос – это особый инструмент, который можно испортить. И если его испортить, то человек может остаться навсегда без голоса. Вниз, да, вниз. Моя уныла, и месяц левой стороны. А сейчас будет вверх. Сопровождал меня уныла. У меня есть индивидуальный вокал. Дети сюда ходят индивидуально заниматься, и детская группа «Крылья», и взрослые ребята. Самая большая награда, возможно, это когда человек, которого ты учишь петь, когда он добивается результата, когда ты видишь этот результат, и когда ты видишь глаза человека, у которого не получалось ничего, ему все говорили, что «Ой, нет, ты никогда не будешь петь». И когда первый раз он начинает петь, и ты это видишь, это у тебя на глазах происходит, это кайф.